Добрый день. Мы находимся на кладбище Давыдо-Никольское. Сегодня 40 дней одному из ВДВшников армии Юго-Востока. Приехали на помины. Это близ Краснодона. И вот так, собственно, могила. Фамилию не будем говорить. Попал под обстрел под Красным Яром. Сейчас будет салют. Потом поедем на поминки. Уборочная уже прошла, правильно? Да. Осталась терня. Все. Вот под этим флагом он погиб. Это его брат идет с флагом. Сейчас помянут друга, потом поедут в сторону Вергунки на бои. Внимание! Огонь! Вот такой прискорбный день у нас сегодня.